Ситуация по городу, я вам скажу, вот, к примеру, если мы вот в инфекционную больницу вчера поступило 51 пациент, в нашу пятую городскую больницу тоже 51 пациент. Мы каждый день освобождаем койки, и на это же количество коек у нас поступают, к сожалению, наши пациенты. Одесская область уже больше чем неделю в лидерах, к сожалению, в лидерах по количеству зарегистрированных случаев ковида. И это, конечно, ситуация очень, очень тяжелая и большая нагрузка ложится на медицинских работников. Но сегодня с введением красной зоны еще и большая нагрузка легла на медицинских работников, на семейных врачей, которые осуществляют вакцинацию. К сожалению, наши люди с призывами, мы все время обращались с призывами о вакцинации. Пока красная зона не наступила, не наступили запреты, что на работу, в транспорт нельзя без вакцинации, так активно не шли. К примеру, только за вчерашний день 8 тысяч одесситов прошли вакцинацию. Хочу напомнить, на выходные мы установили рекорд по городу Одессе, практически 17 тысяч человек прошли вакцинацию. Хочется надеяться, сегодня со среды мы открыли все центры массовой вакцинации, которые работали раньше только в выходные. Теперь они работают и будни, и дни, чтобы не было очередей, чтобы было удобно каждому одесситу. Хочу напомнить, что единственная таблетка от коронавируса – это вакцинация. И по статистическим данным, из 100% пациентов, которые поступают в наши ковидные больницы, 97%, к сожалению, это не вакцинированные люди.